Всем здравствуйте, дорогие друзья! С вами Екатерина, YouTube-канал Эсмеральда. Девочки, ну что, как у вас дела? Вы не скучали? Я надеюсь, что нет, но в любом случае я знаю, что вы с нетерпением ждете новую коллекцию ювелирных украшений, которую мы привезли с Флоры для вас. И сегодня я буду представлять ее вашему вниманию. Но прежде чем я начну показывать украшения, я хочу сказать, что мои контактные данные я закреплю в комментариях. За данным видео пойдет видео с макросъемкой всех украшений вблизи. По поводу оплаты вы обращайтесь ко мне на WhatsApp, я вам даю данные. Оплата происходит на банковский счет либо по системе PayPal, либо по международным системам оплаты Western Union, РИА. В общем, основные формы платежей — это банк и PayPal. Но если у вас возникают какие-то вопросы, вы обращайтесь ко мне, и мы с вами урегулируем и перейдем на Western или либо на РИА. Следующий момент. Вы выбираете украшение, резервируете украшение, сообщаете мне об этом. Я подтверждаю его в наличии, и у вас есть пару дней для оплаты данных украшений. Ну что, мои хорошие, я знаю, долго говорить не буду, долго томить не буду. Сегодня мы приступим. Великолепная коллекция, прекрасное серебро, родированное в лимонном золоте и натуральные камушки от наших новых поставщиков, но будет также и от прежних поставщиков тоже. Поэтому всем приятного просмотра. Мы с Флорой выбирали все самое лучшее. Для тех, кому интересна наша поездка в Италию, вы можете зайти на другой мой YouTube-канал Катя Ру, и вы там увидите наше путешествие с Флорой. Есть видео, которое называется «Испанка и русская в Италии». Ну, это маленькое отступление. Ну что, мои хорошие, давайте начнем. Первое, что я сделаю... Мы сделаем с вами вот так, я сниму сережки. Девочки, готовьтесь, будет жарко. Я сама с нетерпением ждала этого момента. Так, ну, я думаю, что мне одно ушко будет хорошо. Начнем с сережек. Предложу вашему вниманию комплект, который не комплект, но который, на мой взгляд, комплект. Девочки, серьги. Здесь кианит. Флора закрыла ценником, мои хорошие. Кианит. Флора, акуэрдес, кианита, кемас. Porque hasta padu. Es кианита y цирконита, no te acuerdas, te lo dije. Pero esto también кианита, ¿no? Los dos. Sí. Девочки, вот такая красота. Давайте с вами рассмотрим. Абсолютно легчайшие в позолоте. Это от наших новых поставщиков. Все украшения брендовые, все украшения выполнены. Вы сами все, думаю, видите. Здесь очень красивое оформление. Серьги легкие, как всегда. Штифт занижен. Вот таким вот образом. Здесь тисненный матовый эффект у серебра. Серебро 925-я проба в лимонном золоте, девочки. И здесь кианит, и это циркония. Вот это цирконитас написано. И два кианетика. Один крупный и один вот здесь. Вот такая красота. Вы уже видите, как это все смотрится на мне. Я думаю, что видно, да, девочки? Вот такая красота, девочки. Млею, потому что сама млею, самой все нравится. Я хочу показать вам вот такое ожерелье, которое можно как просто крупным вот таким вот длинной нитью, также можно будет его в два ряда. Да. Вы сейчас все увидите. Я надеюсь, будет видно, девочки. Вот оно мне практически до талии. У меня рост 1,67 м. Также здесь кианит, аметист и цитрины здесь. Здесь уже не цирконы, девочки, как в серьгах, а цитрины. И жемчуг, культивированный жемчуг. Сейчас мы все рассмотрим. И смотрится это вот таким вот образом. Это не было комплектом, повторюсь, но когда я это увидела, я... Вы все видите, да? Здесь есть замок, можно расстегнуть и сделать все... Не так, как я сейчас это делаю. Я, чтобы не терять время. Вот такая красота, девочки. Чтобы волосы не мешали. Вот так смотрится. Ну, очаровательно, на мой взгляд. Девочки, ну что, мы с вами продолжаем.
немножечко меня прерывают. Давайте сделаю вот таким вот образом. И скажу вам по ценам и рассмотрим все вблизи. Все-таки я надела сережечку вторую. Это все один и тот же бренд. Мои хорошие, производство Италия. Все в одном экземпляре. Нет у меня вторых сережек. Для вас таких же нет у меня ожерелья. Возможно, пока еще коллекция есть, мы сможем повторить. Но вы сами понимаете, что точь-в-точь оно, возможно, и не придет. Будет с некоторыми разница, да? Сережки, девочки. Сережки 191 евро. Сейчас мы с вами все рассмотрим вблизи. Давайте я сниму. В золочении золото 18 карат. Штиль занижен. И вот таким вот образом. Тончайшая работа. Легкие, красивые. Вы все видите, как оно смотрится. И ожерелье сейчас я также сниму. Мы с вами все рассмотрим. Секундочку. Девочки, ну что, давайте с вами рассматривать данное ожерелье. Вот таким вот образом. Аметисты, кианит, цитрины, жемчуг. И серебро 925-я проба. Здесь в розовом, девочки, золоте, но практически нет разницы с серьгами, хотя серьги, то есть он розовый такой вот, уходящий в желтый, в лимонное золото. То есть вот разницы никакой, вы видите, у меня здесь из лимонного золота, да, и смотрите, как оно практически идентично смотрится. Данное ожерелье, девочки, 420 евро, длиннющее, богатейшее, красивейшее, с очень красивым кианитом, с красивыми вставками из аметиста, из цитринов. Как льдышечки такие цитрины. Есть более прозрачные, девочки. И великолепный здесь кианит, каждый камушек с иризацией. Не знаю, насколько это будет видно, но я думаю, постараюсь сделать это в следующем видео, чтобы вы увидели. И великолепный жемчуг такого цвета крем-брюле. Вот так, мои хорошие. Давайте я сниму мое колечко, чтобы вы смогли рассмотреть. Сережки на мне шикарно. Я бы не отказалась ни от того украшения, ни от этого, ни от серег, ни от ожерелья. Длинной нитью, великолепно она, девочки. Длинный мне тоже нравится, просто когда надеваешь. Женщины, компания идут. Вы видите, да, мои хорошие? Очень мне нравится, что вот этот камушек, он больше, чем остальные. Предложить вам колечко, сняла серьги, да, но в любом случае здесь очень хорошо все это сочетаемо с ожерельем. Вы это видите. Постоянного поставщика вот такое великолепнейшее колечко. Девочки, у него шикарная цена. 65 евро оно стоит. В лимонном золоте золото 18 карат. По камушкам я вам уточню, мои хорошие сейчас нам подтвердят. Вот такая красота. Оно шикарно с данным ожерельем. Просто шикарно. Ну что, мои дорогие, мы с вами продолжаем. И прежде чем я начну объяснять то, что сейчас на мне надето, да, ну вы все видите, я имею в виду по камушкам, хочу сказать, мои хорошие, по поводу скидок, которые были весь январь месяц. Зайдите, просмотрите предыдущее видео. У вас есть неделя с сегодняшнего дня, с вчера, вернее, даже не со вчера, а с прошлой пятницы. И всю эту неделю вы можете приобрести украшения по скидкам, которые были представлены в видео за весь январь. Откройте видео и посмотрите. Ну что, мои хорошие, на мне агат, аметист и хадель. Девочки, забыла, как это по-русски. Хадель, мои хорошие. Сделаю вставочку, укажу вам здесь на экране. Вы увидите, как называется это камень. Ну, это легко. Окей, не буду сейчас отвлекаться. В общем, по-испански это хадель. Кроме того, у меня здесь все еще по-итальянски написано, поэтому вот. Агат, хадель и серебро. И есть еще немножечко выполнение по замку с гематита. Я вам сейчас все покажу. Ну что, давайте с вами рассматривать вот такой великолепный. Тут уже комплект, который сложился, да?
Вот такая нежная история. Я надела мои сережки с розового кварца, и они здесь не мешают, а прям прекрасно. Давайте, девочки, все-таки сделаю вот таким вот образом, чтобы надо было мне волосы убрать, что-то меня потянуло сегодня на распущенные. Вот так, мои хорошие. Вот так смотрится. Есть некий удлинитель здесь, но, скажем, такое ожерелье под шейку. Это больше как планчокер. Давайте я сделаю вот таким вот образом, чтобы вы все увидели. Производство Италия, девочки. Все украшения великолепно закончены. Качество великолепное. Когда вы все это увидите вблизи, вы поймете, что это прекрасно. Это прекрасно. Такая красота. В браслете, мои хорошие, есть вставки из серебра. Все это в лимонном золоте. И, ну что, мои дорогие, давайте с вами рассматривать ожерелье. Ожерелье, девочки, 369 стоит. 369 евро. Секундочку. Девочки, ну это не я собирала на ниточку. Это настолько законченность. Украшение великолепное. Секундочку. Как же мне вам показать? Все это чередуется с серебряными вставками. Вы видите, да? Давайте вот большой камушек я вам покажу вот таким вот образом. Аметисты. И по замочку, девочки. Здесь есть часть из гематита, вот она, и эта часть серебряная в лимонном золоте, золото 18 карат. Очень красивый набор. Девочки, повторяюсь, все в одном экземпляре. Красиво, великолепное здесь сочетание камушков цвета, камушки в шахматной огранке часть, другая часть кабошоны, вот эти, да. Вот такое великолепие, девочки. 369 евро от лучших испанских производителей, итальянских производителей. Девочки мои хорошие, ну что, градус красоты только увеличивается, хотя я не знаю, я для себя выделить ничего не могу. Первое ожерелье с аметистами у меня пока, оно меня просто свело с ума. Зеленое тоже великолепное, да, с агатом и с хадель. Нефрит, девочки, хадель, нефрит. Это предыдущее, да, набор я вам показывала. У меня эмоции меня переполняют, потому что когда я надеваю, я пробую все на себе, я вижу, что как это смотрится, это хочется еще больше. Хочется это иметь, хочется в этом быть. Девочки, вот такое великолепное, такая моделечка уже сережек у нас была не раз, она пользуется спросом. Сейчас опять пришли одни вот такие серьги. И здесь гвоздь программы, вот это ожерелье, также под шейку. Мне очень нравится, как оно смотрится. Это натуральный коралл, не прессованный. Оно, конечно, деликатное, потому что вот эти веточки, они, видите, все двигаются, да? Это все нужно очень аккуратненько. Здесь оникс и коралл. Ну, вы все видите, думаю, да, девочки? Вот несмотря на то, что сегодня у меня такой синий образ, да, у меня синяя кофточка. Но посмотрите, как все это здорово. Я немножко планировала другое показывать, а потом переиграла, потому что не смогла дождаться следующего показа. Мне хотелось вам показать это ожерелье. И здесь вот такое колечко. Девочки, обожаю кораллы, обожаю, люблю. Я вообще все камни люблю. Вот сейчас я уже... Чем больше я их беру в руки, тем чем больше я этим занимаюсь, да, да, рассматриваю, делаю показы вам. Ну, я не знаю, это огромное удовольствие, это огромный пласер, да, это огромное наслаждение. Я не могу для себя выделить что-то. Но, конечно, безусловно, когда хочется какой-то свежинки, то бирюза и коралл, да, ну, классический вариант, который сразу вы видите, да. Колечко великолепное. Колечко 108 евро, девочки. Разъемное. Вот так оно смотрится. Мне очень нравится. Я считаю, что оно просто вот, ну, на каждый день и куда угодно. В лимонном золоте. Золото 18 карат. Вы здесь видите, да, натуральные кораллы. Это один и тот же поставщик. И ожерелье, и кольцо.
Серьги, по-моему, другой, если я не ошибаюсь. Но смотрится очень красиво. И сейчас я скажу цену. И по сережкам, и по... Девочки, мои дорогие, 115 евро стоят серьги, оникс и коралл, и ожерелье 187 евро, девочки. Оникс и коралл. Коралл непрессованный, натуральный коралл, девочки. Производство Италия. Сейчас я это не сделаю, а вот так. Окей? Вот так. Такая красота, мои хорошие. Я бы с удовольствием. Я бы зелененький этот с удовольствием. Девочки, повторяюсь, мои хорошие, все в одном экземпляре. Мы сможем повторить, потому что еще коллекции эти в теме, да, то есть, ну, год закончится, вы сами понимаете, вы уже знаете, кто нас давно смотрит. Коллекция заканчивается, как вот, допустим, по итальянскому Сальваторе, да, например, то заканчивается коллекция, потом уже это не выпускается. Ожерелье. Здесь фурнитура серебро в розовом золоте, девочки. Но оно сзади, сзади у вас будет колечко в лимонном золоте. И сережки в лимонном. Такая красота. Друзья мои, ну мы с вами продолжаем. Я, не снимая данных сережек, хочу предложить вашему вниманию вот такое ожерелье. Ожерелье, нить из оникса и кораллов. Это та же самая система, та же самая, ну, естественно, разные украшения, но один и тот же поставщик, который изготовил вот такое прекрасное, да, ожерелье, кораллы и оникс. И в данном случае, если вы помните, девочки, у нас было что-то такое наподобие, вот крест, да, был большой, вот именно вот в такой технике, в таком исполнении. Сейчас я все скажу по цене, сейчас вы все... рассмотрите вблизи. В общем, вот такая красота также подходит к данным сережкам. Напоминаю, все, что я вам показываю сегодня, хотела снять серьги, и это все в одном экземпляре. Девочки, вот такая красота, стоит 97 евро, это в лимонной позолоте. Серебро, 925-я проба, оникс и кораллы. И вот таким вот образом все это выглядит. Этот шарик, он крутится по своей оси, движется. Здесь кораллы непрессованные, натуральные. И оникс, черный агат, шахматная огранка. Натуральные камушки, девочки, 97 евро. Ну что, мои дорогие, мы с вами продолжаем. И я хочу представить вашему вниманию великолепный комплект. Но в данном случае это из нашей предыдущей коллекции. Я просто решила дополнить, да, вот буквально сейчас своим взором увидела, думаю, это будет неплохо смотреться, но я хочу предложить вам либо все вместе, либо по отдельности вот такой комплект, девочки. Оникс и бирюза. Вот таким образом все это смотрится. Оникс, бирюза, здесь цирконы, и это все серебро, 925-я проба в лимонном золоте. Носибельный вариант. Не могу сказать, что оно прям плоское-плоское, но я имею в виду носибельный, потому что не очень крупный размер, да, есть девочки, которые, я, например, больше по крупничку, но есть очень много девочек, которые любят вот именно в таком варианте. И здесь вот такие вот серьги. Легчайшая, тонкая пластина, очень-очень тонкий спил у камня, и поэтому вот такая красота, девочки. Колечко 89 евро, это новая коллекция, повторяю, и серьги. Секундочку, мне нужно будет уйти на паузу, секунду. Девочки, серьги 115 евро, и вот так смотрится сережка вблизи. Штифт занижен, замок гвоздик в лимонном золоте с обратной стороны. Такой же шедевр, как и спереди, как и все наши украшения, которых я просто балдею. Это одно удовольствие вам это предлагать, это показывать, это ощущать, примерять таким вот образом. Такой комплектик, девочки, 115 и 89 кольцо, всем рекомендую. И 135 евро стоит данная нить из бирюзы, это прессованная бирюза, девочки. Окей, я ухожу на паузу. Ну что, мои дорогие, мы с вами продолжаем. Девочки, так как коллекция новая, мы сейчас делаем, Флора делает этикетки, да, поэтому ценники. Поэтому я сейчас буду показывать вам, цену не скажу, но либо в конце видео, либо потом я вам соберу вставочку, кусочки, да, соответствующие. То есть сейчас пока цену не скажу, но она будет в этом видео попозже. Окей, все, высказалась. Вот такой комплект, девочки, ну...
Здесь все видно, по-моему, да? Здесь серебро 925-я проба, в золоте 18 карат, тисненный эффект, мой любимый. Я вам показывала серьги, одни квадратненькие, которые именно в этой технике, они были в прошлом видео, и они по скидочкам. В данном случае у нас все без скидок, потому что новая коллекция, мне сегодня не дают снимать, но ничего. В общем, вот такая красота, девочки. Колечко разъемное. Продолжаем с вами рассматривать, да? Вот так смотрится, девочки. Надел уже одно кольцо и, соответственно, прекрасно. Но если вместе с данной гривной и с данным подвесом, вообще шикарно. Очень хорошее сочетание, потому что вы видите, здесь эффект классический, блестящий, да? А уже здесь такой, ну, не классический, здесь блестящий, да, назовем это так, я уже начинаю на свой лад. А здесь матовый такой эффект, да, тисненное, красивое серебро. И, естественно, этот кулон вы всегда можете снять, и у вас будет вот такая великолепная гривна. Вы можете с разными кулонами ее носить, но она даже одна тоже очень красиво смотрится. Девочки, мне нравится. Мне очень нравится, мы когда увидели этот комплектик, решили, что да. Вот в лимонном золоте вот такая история. Крупная, носибельная, красивая. Серебро в лимонном золоте. Теперь по ценам, мои хорошие. Гривна с подвесом. А, цены пока не знаю. Цены будут позже. И кольцо, секундочку. Кольцо знаю цену, девочки. По гривне и подвесу сейчас Флора сделает цену. 155 евро, мои хорошие, стоит кольцо. Оно не полое, оно весит, я не могу сказать, что как чугунный мост, тяжелое. Кому нужно, я взвешу, но оно не полое. Вот так оно смотрится. И считаю, что красиво, девочки. Девочки, 159 евро стоит данная гривна и кулон. Все это разъединяется, как я вам уже показала. Что, девочки, мы с вами продолжаем. Здесь следующая вот такая история новая. Я думаю, что обморок, что и говорить. Великолепная камея. Очень красивая, такое рифленое, тисненное, матовое, серебро. Очень, очень красивая работа. Здесь просто, как я понимаю, вот это раковина, девочки. Это ручная работа, гравировка выполнена руками мастера. Не как я понимаю, как оно есть, да? И давайте с вами рассмотрим колечко внутри. Смотрится оно вот таким вот образом. Серебро 925-я проба в лимонном золоте. Оно разъемное, девочки, вы видите, да? Ну и, соответственно, сережки. Серьги легкие, очень красиво закрывают мочку уха. На любое ушко наши сережки прекрасно. То есть это на тонкую мочку, на среднюю, на пухленькую. Смотрится великолепнейшим образом. Ну, вообще, какие эпитеты можно петь украшениям? У меня уже словарный запас просто иссякает, потому что, ну, здесь все без слов, да, без комментариев. Но оно красиво. Что красиво, то красиво. Девочки, да, из песни слов не выкинешь. Такая великолепная камея. Сейчас я уйду на паузу и скажу вам цены. Девочки, колечко 140 евро. Сережки 229 евро. Ручная работа, очень красивый эффект у серебра. У кого еще нет камеи, я думаю, что это один из лучших вариантов. Ну, то, что у нас было, я говорю за наше украшение. Мы не могли просто не выбрать, да, это украшение, оставить его, потому что просто, когда я его даже увидела, ну, мне уже хотелось его иметь в наличии, в коллекции, носить. Но оно просто прекрасное, на самом деле прекрасное, девочки. Я думаю, вы все видите. Это лунный камень, это жемчуг, это также лунный камень, который такая выделка, такая красота, вы сейчас все увидите, хорошее, и все это серебро в лимонном золоте, и вот такое колечко, которое также имеет здесь лунный камень и жемчуг, и поэтому я решила вам представить это все вместе, но на самом деле прекрасно смотрится совсем, вот у меня сейчас розовый кварц от другого итальянского бренда, и тоже смотрится великолепно, я не знаю, куда мне смотреть, на вас или сюда, девочки, сегодня немножко
как-то я потерянная, надо мне себя брать в руки. Камни влияют на меня, влияют в лучшую сторону. Меня расслабляют, мне хочется любоваться. В общем, наслаждаться этой всей историей. Но оно действительно смотрится дорого-богато, девочки. Ну, простите за такое сравнение. Но вот здесь иметь одно ожерелье, это уже просто наследство для вашей дочки, да, для кого вы хотите, да, сделать такой подарок. Я вчера буду уходить на паузу, буду называть вам цену. Но хочу сказать, что обратите внимание на это ожерелье, потому что действительно у нас были наподобие ожерелья с аквамаринами, да, такие же. Но здесь меня просто купил цвет. То ли я последнее время склоняюсь к розовому кварцу, вот такому розовому камню, да, лунному, к сердолику, вот к этой цветовой гамме, я не знаю, но вот меня просто влечет и тянет. Девочки, я знаю, что я не одинока. Поэтому вот такое ожерелье, высший пилотаж, девочки, вы знаете, качество всех наших украшений, которые у нас есть, и это ожерелье, это будет одно из великолепных изделий. Здесь вот такой замок, который мне очень, здесь очень легко все расстегивается, но от того, что я это делаю, все-таки мне придется уйти на паузу. Девочки, вот что мне хотелось, тишины. Это невозможно, находясь на юге Испании, быть в тишине, это нереально. Надо на необитаемый остров. Мои хорошие, мы с вами продолжаем рассматривать данное великолепное ожерелье. 865 евро его цена, мои дорогие. Но оно того стоит. Оно того стоит. Оно великолепно. Имея одно такое, и не одно такое, я знаю, наши девочки-ценители. У многих уже есть такие ожерелья. У многих это радует, поэтому еще одно в копилочку. Именно в таком варианте, да, не было. Именно с такими адулярами. Ой, это не адуляры, девочки. Как же называется этот розовый лунный камень? Он имеет свое название. Черный лунный камень лабрадор, белый адуляр и розовый. Вот у него свое название. Вот такая красота, мои хорошие. И здесь вот такая иеризация великолепнейшая. Ну, очень красиво. Всем рекомендую. Просто вот как себе, мои хорошие. Вишенка на торте сегодняшнего показа. Но для меня так точно. Несмотря на то, что идентичные украшения были. Конечно, для каждой из вас выберет для себя то, что ей придется по душе. Но вы знаете, здесь вы точно не ошибетесь. Девочки, вот сейчас примеряю. Вот таким вот образом тоже имеет место быть. Неплохо смотрится. Ну и кто хочет акцент только на ожерелье, то тоже как вариант только ожерелье, либо с вот этим кольцом. Это берилл, девочки, лунный камень и жемчуг. Мои дорогие, я думаю, что на сегодня хватит красоты. Если я вам покажу слегка больше, у вас уже будет чувство в замешательстве, да, потому что будет сложно выбрать среди стольких ярких, красивых, притягательных украшений одно свое, да. Я думаю, что некоторым из вас понравилось даже 2-3 каких-то комплекта. Все, что вы сегодня увидели, мы выбирали с большой любовью, с большим желанием, и это то, что бы я хотела себе, девочки, то, что бы я хотела иметь в своей коллекции. Понятное дело, все купить невозможно, это нереально, поэтому естественно, с превеликим удовольствием я хочу поделиться с вами, да, и если вы приобретете эти украшения, я буду только рада. Поэтому всем желаю сделать правильный выбор для себя, правильный для того, как вы решили. Ну, а я буду с вами прощаться. Мы с вами увидимся в пятницу и будем продолжать рассматривать украшения из новой коллекции. Будем все это делать плавно, понемногу, как это было в сегодняшнем видео. И я всем желаю море счастья, море красоты, мои дорогие. И мы с вами увидимся совсем скоро. Мне приятно, что вы были со мной. И, как всегда, жду вас в WhatsApp, Viber. До свидания.